Всем привет, с вами Кулер. И сегодня я снова буду создать состав. Что-то я прям, мне это понравилось сделать. Тем более, это я давно хотел собрать Силверов. И я собрал БПЛ, Силвер БПЛ. На воротах. Так, давайте, наверное, сделаем сразу же качество. Серебро. Первый. Я его купил, потому что он непроходим на выходах один на один. Он просто разляжется по всему полю. Его рост 2 метра, 3 сантиметра. Пантелеймон. Потому что, понимаете, этот человек, он просто 2 метра сантиметра, он, я его проверял, он просто разлегается по всему полю, не дает пройти. Дальше. Так, тут дальше. О, Колкер. Колкер, во-первых, 1,91 рост. 73 скорость, 75 защиты, 78 голова. Просто игрок такой прикольный. Следующий игрок. Окоре. 76 скорость, 72 защита, конечно, но 84 башка. 84 башка, просто. Дальше, правый фланг, будто наш охранять. Калаш! Во-первых, потому что Калаш, он просто... Он достаточно быстрый, 77 скорость норм. Конечно, он без дриблинга. 77 голова, но у него прыжки 90, ребят. 90 прыжки, 75 защиты. 90 прыжки, он просто... Он не дает никому пройти. Проверено. Левый фланг. Бютнер, это... У него, блин, хай-хай, Александр Брютнер. 83 скорость, 74 дриблинг, 7 защиты, 70 голова. Просто для серебряного шикарный игрок. На ЦОПе у меня стоит пока ЦП, я его случайно купил в качестве ЦП, а не ЦОПа. Ванимама! Именно он, Ванимама. Виктор Манимама. Просто 51, просто, ну, понимаете... У него нету ни одного красника. У него, по-моему, нет ни одного красника. У него хай-хай. Он и туда. У него 68, конечно, удар. У него, посмотрите, какие скиллы. У него в 90-м стринджа, если я не ошибаюсь. Ладно, правый ППшник у нас. За. Да. Вирфилдс за. 4 звезды, особый прием. Средний, 1,80 рост. 80 дадим. Ну, конечно, кроме скорости и дриблинга ничего нету, но... Серебряных будет таких Таусенд есть, но и Таусенд, точнее, но я не захотел уставить. Дальше ЦАП. На ЦАПе у меня стоит сейчас CFD пока что. Опять забыл переделать игрока. Родолега, потому что ну просто для ЦАПа он хорош, если честно. Ну, высокий, низкий. Конечно, он нападающий, но все-таки решил на ЦАПу почему-то. Как Биурила примерно. Левый фланг. Белыми. Почему не ломах? Потому что белыми. У него, во-первых, хай-хай, во-вторых, ну просто, у него есть удары, у него есть дриблинг, у него такой нормальненький дриблинг, нормальная скорость, у него тоже, она чувствуется хорошо, я проверял, передачи нормовские, и голова 68. У Ломаха, кроме скорости, блин, ничего нет. Еще один хай-хай, кстати говоря, давайте посмотрим, сколько у меня хай-хай, а Калыш у него нет, да, нет. Вот, Ванимама хай-хай. Бютный хай-хай, белыми хай-хай, офигеть, конечно. Ну ладно, дальше, Напы, первый, Акбун Лахор, 90 скорость, 70 удар, 74 дриблинг, 74 башка, просто для защитника шикарный. И Джероме, просто, 1,85 рост, шикарная башка, шикарная скорость, нормальный дриблинг, нормальный удар, просто, как нефиг делать, просто, контракты. Применимый контрактик один. Так, давайте все. Вот это вот все. Вот на состав, можно сказать, такой. Примерно он стоит 150-140к. Примерно вот такой вот этот состав, который я собрал. Ну тут все-таки Ванимама и Акбун Лахор, они, можно сказать, стоят почти пол. Даже не пол состава, где-то 2/3 состава. Но за них можно было дать столько. Я, кстати, тут в дивизионе собирал 2 матча без вас. С один успешно продул. Один матч без вас сыграл, вот ничего, блин, просто решил. Чё, силерами? В лигу? Давно я в лигу не ходил, давно я не снимал вообще. Играл много, но не снимал. 98 сыграл, 100? Не 100. Давайте поиск соперника. Твою мать. Почему соперник? Вот, всё. Почему? Опять эти дурацкие баги. Ждем. Так, нашли соперника вроде бы как. Прогружается пока соперник наш. Давайте я
приостановил запись, когда он прогрузится. Соперник к нам присоединился. Теперь давайте играть против него. 83 общий, 100 сыгран, смотрим. Это состав, Обамиян, читер, блин. Тони Кросс, пушка, Мхитарян, Данте, Хумус. Просто человек, блин, там не то, что подавать вообще не заходит, вообще не заходит. Защита, кстати говоря, такая же, как у меня, по-моему. Ладно, начинаем. Заха. За 4 звезды фитов. Хорошо. Туда. Туда. Белыми. Подождем, подождем. И туда. Бютнер. Бютнер. Не дали Бютнеру подать, но все равно тут. Боролся. Ладно, Гюндоган. Что ты сделаешь, Гюндоган? О. Просто. Блин, ну я лошара. Ребята, я лошара. Я просто лошара. Я Гюндогану дал просто все поле пройти. Я начал что-то прессинговать. Тут очень поздно, на самом деле, начал прессинговать. Пантелеймон не спас. Хорошо. Блин, ребят, что-то подлагивает. Ребята, что-то... Нормально. Кора. Белыми. Туда. Родолега. Хороший па. Походу, не угловой даже. Да, даже не угловой, Адлер. Пищу. Да, защита такая же точно у меня. Сейчас зелененькая. Догнал. Но из этого ничего не выжил. Белыми. Пищик. Ух. Ну это было хор. Родолега. Родолега. Хороший Родолеги удар. Адлер. Алаба. Лаба. Бютер догонять. Конечно, догонять. Но если я в этом матче проиграю, к сожалению. Я еще не привык к своему сервер составу. Но должны, по идее, тащить. Какие-то. Дорогие. Так, туда, нахуй. За. Калыш. Хорошо, туда. Некуда больше давать, потому что у меня как на калыше. Джома, правый фан, конечно. Мхитарян. Элия. Гюндоган. Тони Кросс. Хорошо! Продолжать. Блин. Адлер. Дебильный Адлер. О, Зоа, хорошо. Да, молодец. Молодец, за. Шофин, ты умеешь делать, за. Убери. Калыш. За. Ну попробуем подать. Джерома. Так, Эли. Ну Эли. Вот дальше подошь у нас. Калыш тут. Тут нихер делать. Калыш, стринжа есть, так что все. Так, туда давай. Опора выбивай нахер. Хорошо выбил. Твою ты. Джером эту точку. Джером. Блин. Что-то я его не имя неправильно читаю, по-моему. О! Шо. За. За. Подавать. Ну! Ух ты, как! Фу, Адлер! Такой спас, ну нафиг. А Бунлахор там просто в упор расстреливал. Этот... Пантелеймон! На самом деле, Пантелеймону на выходе 1-1 очень трудно пробить, потому что он тупо разлегается по всему пространству поля. И все, и фигу. Говорит, фигу. Блин, вроде бы нормально атакуем. Блин, Бютер задержался. Шикири. Хорошо.
Типа туда. За. О, хорошо, за. О, ну и пробей. Ну, за обидню умеет, к сожалению. Ну, хорошо там прошелся прям. Ускорение ушел. Так. Нормально. Мхитарян. Ай, ну! Уф, как опасно. Сейчас очень было опасно, на самом деле, потому что там что-то этот топор очень сильно ошибся. Вы не мама. За. Шо? Папа, очень плохой пас. Чтобы не мама. Бунлахор! Ах, Бунлахор! Что ж ты творишь? Так просто два момента никуда. Опасно, опасно такой ему соперника. Алаба. Догнал, подогнал, что дальше не будешь. Пошел. Опять лагать начинает. Блин, там за задержался в защите. Ой, ребята, я восстановил запись, восстановил. Что за дебильные лаги? Нормально вроде бы восстановилось. За играет. Калыш. Просто один гол. Пацаны, я привез. Обумьян. Обумьян, если добавит, он сожжет. Ну и дальше вообще что-то не опасно не играет. Я, блин, бью. Один там Адлер просто шикарно спас. Другой обумьян, блин, промазал. Бьют. Белыми. Так, Бютнер. У Бютнера, кстати говоря, удары есть. Я очень, блин, потрясен был. У него 87 сила, 80 точно штрафных. Вообще, смотрите, 3-1 удар стор. Конечно. Просто шикарный. Шкири. Хорошо, Бунлахор. Бунлахор, зачем ты возвращаешься вообще за защиту? Это не твое. Ты должен в атаке, блин, забивать. Какие моменты срать, блин? Ну что дальше? Просто Эли сжираем. Куда? За. Джером! Акбун! Акбунлахор! Акбунлахор! Прибежал защит, блин, называется. 51 минута, 2. 1-1, блин. Джером, это просто пытался протиснуться, ударил, тут Адлер принял. Акбунлахор там откуда ты защита, вообще пищика перепрыгнул, как было. Белыми. Белыми. Борис. Борис. Так, пищик. Хорошо. Дали стеночку сыграть. Вот мы сыграем стеночку. Бунлахор. Бунлахор. Чуть-чуть не довел. Ну и Бунлахор. Головой, надеюсь, хотя бы. Там же был, да. Бунлахор. Ну. Чё, Джерома не прыгнул. Джерома. Молодец. Камера. Давай. Акбунлахор 2-1.
Офигеть. Ребята, он просто башит головой. Смотри, Джерома. Такой Хумелса перепрыгнул. Офигеть. Значит, мои друзья правду говорили, то, что Хумелс это дерьмо какое-то. Мужик, что он меня тащит, он меня тащит. Так, хорошо. Пончили! Я говорю, он разляжется по всему полю и все. Он тупо просто... Блин, если посмотреть, он тупо... Просто он руку протянул правую. И все, и дотянулся до этого мяча. Родолега. Да что? Оооо, бумия. Вот, говорю, на выходе на где? Сейчас будем сыграть. Но вы не маму должен играть. Рыбалега не такой быстрый. Верона. За. И снова навес, да. Еще один навес, потому что так, хорошо, зажали. И! Не мама. Дали, ударит. Да. Сейчас побежит, все. Блин, я ошибся! Фу, Телемон! Просто божит! Джерома! Ну! Еще. Так, белыми. Что? Белыми. Бютная. Красавец. Красавец, блин. О, Пантелеймон. Сейчас он догонит Элию. Он его просто вытолкает. Думал хор играть. Так. Бютнер. Красавец. И даже на защиту поставил. Тот пацан как начал очень трудно играть. Хорошо. Кэмерон. Хорошо. Что Родолега? А, Родолега на оружие. Давайте посмотрим на это. Ну что это? О, сам врезался. Мне кажется, сейчас очень пацана обидно, потому что его вот тут... состав, блин, не вовремя лаги. Ну твою ты, ну. О, меня залагало прям тогда, когда мы начали делать это. Конечно, вообще шикарный гол, ребят, пацана, молодец, молодец. Что, куда? Блин, знак. Ладно, нормально, если честно. Главное, еще не пропустить, а так можно. Так, хорошо. Я вижу там 1-1. Нифига, не было положения. Акоры! Это Акоры, ребята, прибежал, блин. Я думал, это Джерома. Кэмерон. Блин, два игрока. Джеров! Прыгает как сильно, а? Точно, если будет Head of Curacity бы добавить, вообще жесть была бы. Блин, мама. Так, хорошо. Хорошо. Вот это. О, Пантелеймон. Хорошо, выбили. Зачем ты начал на заброс выносить? Он сейчас случайно. Пантелеймон! О.
Надо попробовать. Сейчас я стоп. В ту же зону подавать будет. Нет! Пантелеймон! Тони Кросс. Играть опору. 84 башка, конечно. Обумьянга. Играть. Хороший пас. Абдул-Лахор! Ну, лети! Не! Ну, Джеробе! Ну, в пустые-то! Пацан! Ты везу! Твою! Твою на линии! Потом Джеробе еще добивал. Давайте. У меня так сердце сейчас стукается. 2-2 сыграли. Где-то мне везло. Твою ты так, блин, да. Фу, ну Джерома, конечно, меня сейчас подвел сильно. 6 очков. Чтобы остаться в этом дивизионе, нужно еще 2. Нормально, берем. Силвер без ты тащит, я так, ребята, скажу. Они молодцы. Пантелеймон просто, я не знаю, лучший. Конечно, 2 гола, но, блин, один. Я очень сильно ошибся там, где надо. На второй тупо залагал у меня, я не знаю. Я тупо не смог ничего делать. Извините, сейчас. Алгыш, семечко. Не, ребята, силы бресты просто, они... Дальше у нас 3 ящи. Это норма, ребят, это норма. Вообще, силы бресты, ребята, просто. Просто тащит. Блин, ребят, опять, походу, меня загрузка Ultimate Team залагала. Сейчас, ребята, я приостановлю, и она меня отлагает. Вот, спорим? Ну, поспорим. Твою ты налево, она мгновенно отлагала. Ладно, ребят, наверное, давайте сыграем второй матч, но уже теми, кого я еще один собрал. Это Бразилия. Бразилия. Просто Бразилия. Вот все на своих позициях, просто смотрите на это. Дани Алвес. Тяго Сильву, Дэй Луис, Дани Алвес, Марсело, Эрнанес, Рамирес, Паулини, Лука. Вот вместо Лукаса я предпочтил бы поставить Халк. Просто несколько матчей Лукаса выпускал для прикола. Виллиан и Пато, великий читер. Так, ладно, давайте. Сыграем еще один матч. Нормально, стамина у всех, я смотрю. Блин, итальянский тренер. Твою-то налево. Нашли соперника. Блин, я боюсь почему-то, ребят. Я даже почему боюсь, не знаю. Кажется, что они будут суперский состав. 8-3 очков. Но если это Италия, я убью всех. Твою... Диаманти в атаке! Шарави, блин. Сильная команда. Абаты центрального защитника. Магия на правом. Нормально. Монталию. Блин, пуха. Пуха. Диаманти у него пуха, так что ему никто бы не давать бить нужно. Джан Луиджи Буфон ворот. Кто это налево? Я, конечно, так. Средненький. Ладно, блин, ребята, давайте. Сейчас приостановлю запись, вдруг опять. Что-то. Из-за. Фрапса еще. Все виноват Фрап. Тупо сразу же подвезулась. Так, ладно, господи. Поехали. Отняли мяч. Так, сюда. Удачный пас отмечь. Сразу же заброс на болото. Болотели гасить надо. Диего Алвес. Это похлеще по телемону были. Не, реально мне силы быстро нравятся, ребята. И... А, здорово. Там конец был. Елинч. Третья минута. Халк! Или это не Халк? Это реально, по-моему, Халк. Халк! 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 Ты ну нафиг так прошел? Не забил. Не забили мы в конце. А тут Дэвид Луис как нефиг делать. А так у него не быстро, я скажу, у него команда такая. Не быстро, даже, ну, фланг от Шарави быстрый, так ничего больше быстрого нет. Ух ты, какой пас изящный. Алешандро. Убрать.
Опа! Ха! И! Ну ха! Че сразу ты не ударил, Халк? Блин, ребят, мне пришлось поставить на паузу. Ну, Паули не забив. Смотрите. Извините, что не показал, но Паули таким лонгшотом пробил Джон Луди. Кисай не прошел. Забыл Кисай. Донни Алвес. Почти прошел. Я что-то в последнее время, ребят, умираю. Тупо забываю. Стой. Хорошо скинул. Алешандро. Алешандро. А, один лучше что-то в руку берет. Вы знаете, что, ребят, заметил? У меня, короче говоря, по... О! Что за босс? Халка, Халк, верни. Вот заметил то, что у меня просто защита, она будет вот просто вся в атаку должна по идее уходить. Потому что гонялась хай-лоу. Прислушайтесь к этим словам. Правый защитник хай-лоу. Марсело хай-медиум. Ух ты! Халк! Ну нафиг такие волкшоты. То есть у меня... Марсело чем-то я подал. То есть у меня... Вот Давид Луиз, у него хай-медиум. Марсело хай-медиум. И один Тиаго Силва. Лоу-хай. Пас. Пока мы держим пацана. Под своим контролем. Паулиньо. Паулиньо. Конечно, Виля. Сейчас заброс будет. Открытый заброс. И Тиаго. Нет. Там да, Тиаго Силва убирает мяч. Так, сюда. И туда просто. А мы по-хитрому делаем вот так. И Абака, к сожалению. Готово. Надо было Армана Синту погубить. Ух ты, Марселка. Упрыгивает у нас. Навилина. Классный момент. Кисичи. Давай, пацан, нам брат забыл догонять. У него как-то Блатель один играет, а второй вообще играет. Бойну накрыл просто. Зачем ты начал убирать? Я тебе приказывал это делать. Ай. Так, хорошо. Хорошо. Барцали. Рамирес. Выигрывает, молодец. Блин. Выпаду в дальний. 2-0. Ой, простите, 2-1. Алешандро пас. Такой пас получил. Ну, тут он зря, пацан, начал делать подкат. И, ну, пату просто... Лучше Самир Хандану, честно, пацан. Фон. Такой он... Такой легкий... Ой, ребята, я сейчас приостановил запись, извините. Такую сторону легкий лонгшот, такую линию пропустить. Ну, хотя в дальний угол, конечно, можно играть. Вот снова, ребята, я на паузу поставил. Не забили. Мне задолбали уже отвлекать, если честно. Сейчас, ребята, я буду реально плохо вообще. Просто, ребята, немножко надоели меня, честно, отвлекать. Лучше пропустим, может, сказать, из-за этого гол. Нормально. Хаб туда сыграл. Улини. Сильва. Ай, Сильва! Что ты творишь? Будет лонгшот от Диаманти. Будем лишать Диамант.
Там мне, знаете, ребята, очень плотно, на самом деле, забили, я потом вам покажу. Не прошел. Конечно, там играть надо было. Хорошо. Пату, забегай. Так, Джан Луиджи Буфон выбивает нафиг. А мы тут пытаемся загасить. Хорошо. Хорошо. А, ай, положение вне игры, ребят. Ой, себя сидел. Вкусно. Вот это положение вне игры, ребят, я так скажу вам. Обычно ей такие засчитывает на Халка. Ай, Халк очень плохо начал перебрасывать. На самом деле. Ну, Дани. Вот Сильва. Ну и Сильва еще и пасы шикарные. Ребят, извините, просто речь очень хочется, на самом деле. Да, немножко, конечно, я отвлекался сильно. И верно лонгшота. Что-то, ребят, прям подлагивает серьезно. Игра подтормаживает, так сказать. Так, Маркизио. Сейчас будет подача. Надо заблокировать ее. Хорошо, Рамирес. Рамирес, блин, написано, сколько там? 56 рейджа? Я не верю этому. Просто этому не верю. Хорошо. Халк, и верни. Ух ты! И столько позиций смог Александр Пото пробить. Там Халк! Как серьезно-то все. Какие серьезные атаки у нас, ребят. Убивает. Тут Сильву. Забросить на Халка. Халк убери. Так вот, крученым аккуратненько. Да ну нафиг! Просто. Все в воздухе пролетает у Халка. Ничего не хочет в сторону лететь. Сейчас на шары будет посылать. Да не. Блин, там переключением началась проблема. О, Диаманте. О, пацан, получи за тот удар Халка. Головой под курточкой. Все в одном. Так, ребята, сейчас. Я вот тупо перезапустил запись, не знаю, вдруг это проблема, вот это подлагивание. Проблема. В моем дебильном фрапсе. Вот это вот сейчас. Вот эта атака, проблема в моей криворукости. Вот сейчас просто из-за Халка. Просто два удара сейчас Халка произошли от Диаманте. Видим. Видим. Абата. Не, ребят, это игра, именно игра лагает. С этим уже ничего поделать не могу. Блин, как будто этот пацан торрент включил. Видимо, у меня ничего не скачивается. Пирло. Наталива. Где Гаус? Просто где Гаус? Просто Барсель такой маленький, кажется, даже после Сильва, а Сильва такой же высокий. Диаманте. Задолбал уже, честно говоря. Вот тут Фицет, Фицет, смотрите. Вот что это, а? Просто мои защитники очень. То ли я, блин, криворук.
Да блин, игра, хватит лагать, алло. Он кого-то реально торрент включил. Что-то мне игра прям не пошла резко. Так, ты бей дальше первого. Игра просто по-страшному, смотрите. Хорошо, там Халк. Ну, справа, конечно. Теперь меня игра заглючила, и тут Вилен. Надо было пас давать. Я дурак начал возиться. Натали, убегай. Давид Луис. Ну там, хорошо. Аббаты. Так, хорошо, играть. Ну, Вильян тут должен уж бегать, а лучше скинуть на нашего любимого Пато. Так, да и Луис, играй. Пацан начал хорошо разыгрывать. Это надо... Да, Луис. Алвес, что ты творишь? Блин, я лучше, блин, силлербистами играл, чем ним. Снова подлаг начался. Хорошо. Халк. Халк, убеги. Блин, я зачем-то пас начал делать, я что-то не ожидал. Хорошо, Даниалес. Так, Халк. Ну да, ну что, почему ложные замахи не делаются? Алло, FIFA. Алло, FIFA, почему ложные замахи не делаются? Конечно, положение игры, конечно. Вот дайте, посмотри. Отец, 100 баллов. Якобы. Положение игры. Иван, Халк. Халк, догони. Да задолбала FIFA уже, ложи замахи не делать. Честно, два раза вот тупо просрал атаку из-за того, что FIFA не сделала мою любимую ложу замах. Халк. Шо? Да. Продолжай. Ну. Вот где дура. Я все моменты просто срубит матч. Где Галас? Ходи. Хорошо. Пацан не додумался перебрасывать вратаря, но решил грубануть. А сыграть в касание слабо? Как сейчас. Блин, там открывался снова. Блин, где Галас на такие сильные выбросы? У того же чех. Походу я проиграл. Значит, ребята. Что-то как-то очень. Ребята, что за херня? Честно говоря, я уже выражаться даже не хочу, потому что... Ну, такой дерьмо, что-то игра пошла. Что-то там вообще по штангам меня бить начал.
1-3-2. Просто шикарная статистика. Для меня лично. Просто шикарно, ладно. Забьем с этим. Силвер показал. Он хорошо играет, Базидзе показал, нормально играет. Там просто иногда тупо не везло. И лаги, дебильные эти лаги, весь матч просто они. Ладно, с вами был Кулер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, если не когда растешь. Нюансы без остатка справа. До свидания, до новых встреч.